Всем привет! Я хочу вам показать 5 рублевку из моей коллекции. 5 рублей 2014 года. Вот такая вот монета. На ней написано «Битва за Кавказ. Великая Отечественная война. 1941-1945 год». Вот такая вот 5-рублевка, выпущенная банком. Вот еще 5 рублей новая. Сражение на Березине. Отечественная война. 1812 год. Вот такая вот. Там какой-то памятник стоит. Сражение на Красном. Вот такая вообще 5-рублевка. Отечественная война. 1812 года написано. Какой-то памятник. 5 рублей. Вот такая. 19-й год. Еще одна. Сражение при Красном. Такая вот. Тоже памятник. Отечественная война. 1812 года. Вот такая. И последняя. Бой при Вязьме. Отечественная война. 1812 года. Вот такая 5-рублевка. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь и ставьте лайки.